Примерно 2 недели назад Надежда и ее семья услышали шорох наверху, с потолка. Так как квартира находится на последнем этаже, предположили, что на чердаке завелись мыши. Тогда Надежда в первый раз обратилась в центр ЖКХ и оставила заявку. Сотрудники обещали в течение 2 недель обработать чердак от грызунов. В праздники ноябрьские мы обнаружили мышей у себя дома. Когда мы увидели следы пребывания мышей, мы купили ловушки. То есть мы пытались своими силами с ними бороться. В ловушку попалась мышь. После праздников я тут же побежала в СЭС. Думала, что наша проблема будет решаться моментально. Но в СЭС сказали, что они этим не занимаются. Тогда жительница дома по улице Чапаева, 15, второй раз обратилась в ЖКХ. Там пообещали решить проблему, но по сей день обработку так и не произвели. Грызунов обнаружили и в соседней квартире. Пока коммунальщики бездействуют, жители борются с напастью своими силами. Купили отраву, брикетики с отравой и клеевые ловушки. Вот на клеевую ловушку как раз у нас попалась мышь. Я в течение недели прошлой звонила и сегодня звонила. И мне, к сожалению, сказали, что на этой неделе обработка произведена не будет. Не будет? Не будет. Ну, сказали, что на эту неделю вашей заявки что-то нету. Наша редакция обратилась с запросом в МУП «Центр ЖКХ». Нам сообщили, что обработку от грызунов мест общего пользования дома 15 по улице Чапаева запланировали на 16 ноября. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.